В этот важный для страны день Аким области также сделал свой выбор. Нурлыбек Налибаев проголосовал на 263-м избирательном участке на базе школы номер 101. На этом же участке сделал свой выбор и Аким города Асылбек Шаменов. За процессом выборов наблюдают 10 наблюдателей. В целом на данном участке зарегистрировано 2860 избирателей. Голосование идет очень активно. Я проголосовал за своего кандидата. Я надеюсь, что избранный президент будет защищать интересы народа, улучшит его благосостояние. Перед ним стоят большие задачи. Каждый из нас делает сегодня выбор с верой и надеждой.